Здравствуйте. На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 12 июня состоялось очередное заседание парламента Западной Армении. Вопрос о скором возвращении армянских пленных находится под пристальным вниманием Международного комитета Красного Креста. В селе Хаци в Арцахе возобновилось строительство нового водопровода. Виген Ельджакян приговорен к 20 годам лишения свободы в Баку. В Мосуле обнаружены братские могилы людей, убитых со стороны ИГИЛ. Открыто авиасообщение Ереван-Тибрис-Ереван. Олени, находящиеся под угрозой исчезновения в Урфе Западной Армении, взяты под охрану. Японский дирижер Дайчи Дегучи – победитель международного конкурса имени Арама Хачатуряна. 12 июня 2021 года состоялось пленарное заседание Национального собрания Западной Армении. На заседании присутствовали председатель Республики Западная Армения, спикер Национального собрания, члены парламента, премьер-министр и члены правительства Республики Западная Армения. Президент Западной Армении Армен Акабрамян выступил с приветственной речью и поблагодарил присутствующих за участие в пленарном заседании правительства, отмечая, что в результате переговоров с представителями мэрии ему поступило предложение организовать большую конференцию об Арцахской войне и ее последствиях, так как вопрос установки памятника жертвам геноцида в городе будет обсуждаться в ближайшее время. Затем выступил председатель Национального собрания Леонардо Басмаджан, представив повестку дня пленарного заседания, в которую были включены следующие пункты. Отчет пленарного заседания премьер-министра Республики Западная Армения и министра иностранных дел Лидии Маркосян. Развитие деятельности Республики Западная Армения на ближайшие 6 месяцев. Обсуждение избирательного кодекса. Первый и второй пункты изложены четко и правильно. Обсуждение избирательного кодекса будет продолжено на следующем заседании. Председатель Международного комитета Красного Креста Петер Маурер ответил на письмо президента Республики Армения Армена Саркисяна о немедленном возвращении всех армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых Азербайджаном. Об этом в Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения. Председатель Международного комитета Красного Креста заверил, что вопросы, поднятые президентом Армении, находятся под пристальным вниманием его организации, отметив, что Международный комитет Красного Креста действует в регионе с 1992 года. Питер Маурер, в частности, сказал, что с первых дней боевых действий в сентябре 2020 года организация оказывает гуманитарную помощь и выразил готовность к дальнейшему содействию. После войны все жители села Хаци вернулись в село. Об этом в беседе с корреспондентом Арцах Пресс сказал глава общины Хаци Сантур Саркисян. По его словам, жители начали жить нормальной жизнью. После войны школа вновь открылась 1 декабря 2020 года. Тут учатся 13 учеников, детского сада в селе нет. У нас есть медпункт, клуб, банкетный зал, который находится в хорошем состоянии. Здание муниципалитета в нормальном состоянии. Поселок газифицирован и подведено электричество. У нас проблема с водой. До войны велись работы по строительству нового водопровода в общине. После войны эти работы возобновились и продолжаются, сказал мэр. К счастью, деревня не пострадала от войны. Основное занятие населения – животноводство и земледелие. Сарксян отметил, что молодые люди села не намерены покидать его. Они будут продолжать жить и творить на своей земле и развивать хаци. Бакинский суд приговорил ливанского армянина Вигена Ельджакяна к 20 годам лишения свободы по обвинению в наемничестве и терроризме. По словам обвинителя, депортированный армянин воевал против Азербайджана из-за денег. Между тем, родственники утверждают, что Ельджакян давно переехал из Бейрута в Арцах на постоянное место жительства. Виген Ельджакян был заключен в тюрьму после соглашения от 9 ноября под Шуши, когда он пытался эвакуировать их личные вещи, оставленные там. Две братские могилы были обнаружены в иракской провинции Мосул, где были захоронены тела около 500 погибших. Сообщается, что жертвы были убиты членами террористической организации ИГИЛ, захватившей город в 2014 году. В отчете, опубликованном ООН 5 ноября 2018 года, говорится, что в Ираке, ранее оккупированном ИГИЛ, находится более 200 массовых захоронений, в которых находятся останки тысяч жертв. Напомним, что в 2014 году террористическая организация ИГИЛ оккупировала иракские провинции Мосул, Салухдин, Анбар, Диелу и некоторые части провинции Киркук. Через некоторое время эти районы были отобраны у террористов. 25 мая исполняющий обязанности министра Ван Керопян и министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммед Ислам подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому должна быть проведена работа по открытию новых прямых рейсов между Арменией и Ираном. Воздушное сообщение Ереван-Тебриз-Ереван уже ходит два раза в неделю. Это облегчит транспортировку граждан и станет дополнительным толчком для активизации туристической отрасли. В оккупированной провинции Урфа в Западной Армении, находящиеся под угрозой исчезновения оленей на сельскохозяйственном предприятии Джейланд Парк, главного управления сельскохозяйственных предприятий, были взяты под охрану.
в связи с чем их численность с каждым годом увеличивается. Оккупированная Урфа – один из городов современной Турции, где проживает большинство газелей. Эти хрупкие животные могут выжить в очень маленьких частях света. Газели были защищены в 1977 году из-за риска ухудшения и разрушения окружающей среды. На предприятии создано 850 гектар природной территории, где начато увеличение количества взятых под охрану 23 газелей. Количество джейранов достигло 668, а в этом году ожидается, что они приблизятся к 1000 в связи с новыми рождениями. 12 июня были подведены итоги 17-го международного конкурса дирижеров имени Хачатряна. Победитель конкурса – дирижер, представляющий Японию, Дайчи Дегучи. По решению в жюри второе место было присуждено Юкуан Цзинь из Китая, третье место – Элиосу Брауну из США, четвертое место – Яну Нидерсхоферу из США. Победителю первой премии вручили 10 тысяч долларов, а также представили возможность отыграть два концерта в Армении в течение следующих двух концертных сезонов. После церемонии награждения Дайчи Дегучи сказал, что рад победе. Он поблагодарил всех, профессиональное жюри, участников конкурса, которые стали его друзьями, организаторов, оркестр, музыканты которого много рассказали об Араме Хачатуряне. На заключительном концерте конкурса Дегучи исполнил отрывок из симфонии номер 2 Хачатуряна. Кстати, Дом-музей Хачатуряна представил возможность обладателю первой премии исполнить на заключительном концерте дирижерскую палочку Хачатуряна. Далее для вас Ганзасар Лорке. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все, желаем вам всего хорошего.